Здравствуйте, друзья! Вы на NewsAder, я Александр Кушнарь. Сегодня 17 августа, и у нас в гостях наш американский коллега Юрий Рашкин, глава Рашкин Репорт. Привет, Юр! Здравствуй, Саша! Привет зрителям и слушателям канала NewsAder и Рашкин Репорт. Юр, скажи, пожалуйста, как ты можешь прокомментировать обвинение, которое сегодня бучанский мясник и головорез Владимир Путин публично высказал в адрес Соединенных Штатов? Он заявил, что они затягивают войну в Украине своими военными поставками. Что ты думаешь на этот счет? Как реагировать на это Соединенным Штатам? И стоит ли Джо Байдену забиться в угол в истерике и переживать, ночами не спать и думать, что же ему теперь делать? Я думаю, что если уж что-то Джо Байдена сейчас и волнует, так это то, что его жена сейчас дала позитивный тест на коронавирус, Джилл Байден, доктор Джилл Байден. И я думаю, это его больше заботит, чем всякие странные заявления Владимира Путина, который проигрывает эту зверскую войну, которую он начал, в которую никто не мог поверить, кроме американской разведки. И вот теперь он ее проигрывает, и что? И теперь он начинает голосить о том, что вы сами этому... Я мог бы уже давно выиграть, если бы вы так в этом не участвовали. Ну, вот так это и работает. Америка приняла участие, Америка предупредила и союзников, и Украину. А сегодня вышла большая статья, первая часть статьи «Вашингтон-Пост» по поводу того, как проходила подготовка к этой войне. И там есть очень интересные моменты, которые нужно понять. Например, то, что Соединенные Штаты пронзили насквозь российскую военную и Кремль, и военную машину, и Кремль на нескольких уровнях, и на человеческом, и на технологическом, и наверху, и внизу, и они знали все, что происходит в Кремле, и какие у них были планы. А с другой стороны, когда директор ЦРУ Бернс появился в Москве, чтобы предупредить Путина о том, какие будут последствия, и после этого встретился с Патрушевым, Патрушев был абсолютно поражен, потому что он думал, что Бернс приехал для того, чтобы назначать следующую встречу между Путиным и Байденом. Так что Патрушев на самом деле знает меньше, чем ЦРУ и все остальные. Но, с другой стороны, после этого Патрушев стал опять рассказывать о старых обидах, и у Бернса появилось ощущение, что, видимо, Путин находится в эхо-чембере, то есть как бы эхо, и все с ним только согласны, и это еще больше обеспокоило верхушку Соединенных Штатов, которые подозревали, видели и сказали с самого начала, в отличие от французов и немцев, которые сказали, что ну это же безумие, он же не может Путин такое устроить, у него войск для этого недостаточно. А американская разведка сказала, давайте посмотрим на факты, не будем думать, что у него там в голове, не копаться в его как бы диагнозе, а посмотрим на то, что он делает. А делает он, и он собирался атаковать Украину. И об этом предупредили Зеленского, об этом предупредили союзников, потому что первая была задача, чтобы таким образом не началась война, третья мировая война между Соединенными Штатами и НАТО и Россией. Во-вторых, чтобы предупредить союзников. И в-третьих, чтобы поддержать Украину в этот тяжелый момент, потому что это бы означало раскол всего мирового порядка, который был создан после Второй мировой войны. И что интересно, что в отличие от французов и немцев-германцев, россиян, русских, тут такая, в общем, словесная путаница, ну хорошо, англичане, великобританцы и балтийцы были теми, которые согласились и поняли эту реальность, угрозу, в отличие от, при всем уважении, президента Зеленского и его верхушки, которая боялась, что таким образом, если они будут об этом говорить, то это навредит экономике, и вообще было тяжело поверить в такую ужасную ситуацию. Только перед самой войной Зеленский, наконец, связался с Байденом и сказал, ну, скажите Путину, чтобы он это прекратил. Что сейчас напоминает слегка то, что говорит президент Трамп, который послал, говорят, записку генеральному прокурору и говорит, давайте это прекращать. Потому что когда люди чувствуют, что опасность уже вот она, на пороге, то они включаются и начинают верить в то, что до этого, казалось, было бы тяжело себе представить. А Россия, мы видим, Путин собирался устроить вторжение Украины. И то, что сейчас у него это плохо идет, ну так извините. Тут уже достаточно много умных людей сказало, что у него полностью прокоррумпированная армия и страна. Так у него еще и стратегии военные паршивые, потому что там все держится, как мы видим, на приказах сверху. И эта мясорубка только как мясорубка и работает.
А когда мясорубка – это не то, что нужно, то выясняется, что русские и российские войска ничего не могут. Они только трупами своих солдат могут забрасывать противника. Если противник может этому противостоять западным оружием, то представьте себе. Но что интересно, что мы продолжаем видеть войну, которая, к несчастью для Украины и к счастью для всего остального мира, продолжает находиться в территории, в границах Украины, что было, опять же, очень важно для администрации Байдена задержать этого бучанского мясника, как ты его назвал, этого ужасного человека, редиску, мягко говоря, сдержать, чтобы он подох, его армия утонула в болоте в Украине. И пока что мы видим, что это достаточно хорошо и эффективно работает. И заявление Путина в этом смысле очень многозначительно, потому что когда была встреча между Байденом и Путиным, и у Байдена было ощущение, что, возможно, не будет большой войны, после этого Путин накатал на 7000 слов статью про то, что единственный суверенитет, который нужен Украине, это как часть России. После этого в Белом доме и в Госдепартаменте встрепенулись и сказали: вы знаете, он, видимо, тут что-то действительно замышляет. Так что Путина читают, и за Путиным следят, и за его бредом, и за тем, что он делает. Так что, ну что, пусть лечиться надо человеку. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, к какой аудитории обращался Владимир Путин, жалуясь на то, что Соединенные Штаты затягивают вот эту войну своими поставками Украине? Он обращался к Соединенным Штатам, может быть, к кому-то другому, например, к внутренней российской аудитории. Как ты думаешь? Я думаю, что если бы Путин обращался к Западу, то ему для этого уже не нужно, так сказать, он может, конечно, опубликовать статью, делать заявление, но, судя по американской разведке, Путин просто может что-то сказать, и его услышат, потому что мы, видимо, знаем то, что он и говорит, и так сказать, мы узнаем о его финансовых намерениях, когда он решил усилить поддержку и затраты на российскую армию. Все это известно в Вашингтоне. Но, тем не менее, он продолжает высказываться, и, конечно, для кого-то это было сделано. Я подозреваю, что это имело смысл для Европы, нацелено было на Европу, потому что ему сейчас, у него же идет такая война энергоресурсов, его сейчас ему грозит эмбарго, он там то, значит, пытается уже наказать Европу и, в общем, ждет зимы, чтобы показать, как без русского газа им всем будет там холодно и голодно в Европе. Так что я думаю, что это нацелено на те силы в Европе, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы война с Украиной либо прекратилась, либо как бы замерла, чтобы наступила какая-то передышка, которая явно Путину нужна. Если бы ему не нужна была передышка, я думаю, он бы не жаловался. Скажи, просто, а в Штатах как могли бы оценить такое заявление, если они вообще следят за тем, что говорит Путин? Ну, я думаю, что следят, пожалуй, потому что он не так часто выступает перед публикой, надо заметить. Я думаю, что его сейчас воспринимают примерно на том же уровне серьезности, что и воспринимают главу Северной Кореи. Когда ему уже в какой-то момент пришлось пригласить себе в гости старого баскетбольного хулигана, чтобы на него кто-то опять посмотрел. Владимир Путин перешел в категорию странных полукомичных, пока что это просто трагикомичных, но это злодей на мировой сцене. Таким был Гитлер, таким стал Владимир Путин. Он хотел, у него не получилось. Его слушают специалисты, я не говорю, что его слушают психиатры, хотя, наверное, тоже там такие есть, но его слушают военные аналитики, которые следят за тем, что происходит, что он поэтому, так сказать, берут всю эту информацию и складывают из нее пазл. Но то, что он сейчас сделал такие заявления печальные, больше говорит о его желаниях, чем о мнении как бы тех, кто его слушает. Так что специалисты его принимают серьезно, а не специалисты. У нас вообще в Соединенных Штатах других дел хватает, чтобы слушать всякую лепету, которую там несет Путин. Для этого у нас есть специалисты. Ну хорошо, вот последний момент. Ты говоришь, военные аналитики слушают Путина, да? Кто-то его точно в специальных ведомствах Соединенных Штатов слушает, да? Вот какие они выводы могут сделать из того, что сказал Путин? О Путине, об этой войне, о том, как действует Пентагон и в целом Штаты в отношении вот Украины? Ну, я думаю, во-первых, это говорит о том, что наша политика и наш подход был правильным.
потому что признание Путина того, что у него не получилось изнасиловать Украину, как он собирался это делать, говорит о том, что политика Соединенных Штатов оправдывает и оправдал и продолжает оправдывать себя. Потому что если бы он мог, он бы это сделал. Почему у него не получилось? Да, конечно, героический украинский народ. Но также помощь западных союзников сыграла большую роль и продолжает играть большую роль. Соответственно, это подтверждает правоту нашего подхода. А дальше нужно принимать, что он может по этому поводу сделать. Может ли он что-то сделать, или он будет просто вопить и жаловаться? Мобилизацию вроде бы он все еще это то ли не хочет, то ли боится, то ли не может объявить. Значит, он как бы перешел на, так как, на свои пропагандистские корни и вещает, и пытается обмануть Запад. Это его, так сказать, мы видели с Шредером, и все его попытки как-то замутить воду и создать ощущение, что, возможно, что-то он готов идти на какие-то переговоры, хотя аналитики и специалисты говорят, что он не готов к этому. Так что, возможно, здесь он пытается создать ощущение его договоренноспособности. Кто его знает, но мне, как бы, как сказать, не хотя, так сказать, делать тут плохих сравнений, поставив ему колено на горло, Джорджа Флойда после 9 минут он погиб, потому что вот такие вещи, колено на горло, могут привести к смертельному исходу. Я не хочу сравнивать Владимира Путина с Джорджем Флойдом, хотя, ну, в общем, наверное, какие-то... Знаешь, да. Как, я помогу тебе здесь, мы не с Флойдом это сравним, а мы сравним это с тем, как полицейский задерживает преступника. Это стандартный прием, который применяется к тем преступникам, которые не слушают указаний полицейского и ведут себя слишком агрессивно. Хорошо сказано. Так сказать, мы знаем, что в смысле Джорджа Флойда было слишком было нарушение полицейского, но тут мы имеем дело с намного более большим преступником, чем был, чем когда-либо мог оказаться Джордж Флойд, и у нас есть система правосудия, а когда мы имеем дело с диктатором, который напал на другую страну, ну как, это, если бы грабитель банка заявил, что если бы вы не подослали сюда полицию, я бы давно уже отсюда ушел. Да ну, вы считаете? Так что тот факт, что ему так эффективно противостояли, и он на это теперь жалуется, ну, говорит только о том, что, видимо, правильной дорогой идем, друзья. Ну что ж, правильной дорогой идем. Спасибо тебе, Юра, за указание нам этой дороги. Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Юрия Рашкина, Рашкин Репорт. Ну и про Ньюсейдер не забывайте. Ссылки на те ресурсы, с которыми можно поддержать наш канал, и наверняка то же самое у Юры Рашкина, в описании к этому видео, через PayPal, Patreon, банковский счет и прочее. Слава Украине! Героям слава! До скорого!